Пойдемте посмотрим, как мы тренируемся. Стандартная наша тренировка построена по такому принципу. Сначала разминка, чтобы у нас поднялась температура тела, заработала сердечно-сосудистая система, мышцы прогрелись. Плаваем чаще всего разными стилями. Добавляем дельфин, спина, брас. Бывает, начинаем сразу с упражнений. Чаще всего, естественно, упражнения в основном направлены на исправление каких-то ошибок, технические элементы. И в конце такая серия такая, если мы будем плавать только упражнения, мы быстро с вами плавать не будем. Будем плавать правильно, красиво, но при этом медленно. В конце обязательно нужно поплавать какие-то серии, такие скоростные, интервалы, в общем, рабочие какие-то отрезки. Сейчас мы отрабатываем ритм с ногами. Двухударный, шестиударный. Двухударный ритм, когда на каждый грибок делается по одному удару ноги. Шестиударный ритм плавается чаще всего на скоростных отрезках. В данном случае у нас ребята будут плыть 50 метров, они туда плывут спокойно с двухударным ритмом. Ловят именно вот сами фазы смены рук и синхронизацию рук с ногами. А обратно вот они должны плыть сейчас шестиударным. Задача шестиударного ритма. Во-первых, это более энергозатратный стиль плавания. Во-вторых, что он дает? Один удар у нас так и остается основной, при котором у нас дает импульс к повороту корпуса. Вот ротация идет от одного удара. Два других у нас и для стабилизации, и для скорости в том числе. Поэтому плавают вот на скоростных всяких отрезках, включают ноги более частой работой. Вот они сейчас плывут быстро, делают один удар основной, два других для скорости стабилизации. Один основной, два других для стабилизации. И все равно ритм должен быть. Мы с вами по улице, когда идем, у нас вот идет одна рука, одна нога, рука-нога. Если мы плывем, идем быстрее, то у нас руки работают быстрее. Мы же не ходим, ноги с одной интенсивностью, а руки с другой. Вот так мы же не ходим. Пойдем. Это Алексей Акатьев, пятикратный чемпион мира. На открытой воде плавал 25 километров и минимум, да, 25. Пятикратный чемпион мира на открытой воде. Мы там снимаем просто ролик. Я понял. Правильно все сказал? Правильно. Не ошибся в количествах? Ребята, приходите плавать в плав-клуб.